Всем привет, меня зовут Константин, и сегодня у нас новинки 2020 года. Два набора с пулбэк-моторами. Поехали! Начнем с коробок наборов. Два у нас пулбэка, 225-227 деталей. Цвета в целом, ну, старые для Лего уже, оранжевый и салатовый. Салатовый мне нравится больше чисто визуально, он более какой-то интересный. Да и наборов с ним выходило меньше. На первом наборе у нас изображен наш гоночный грузовик, который на фоне зрителей прилетает через финишную полосу. С обратной стороны коробки мы из него можем собрать какой-то вот гоночный спорткар. Очень необычная какая-то конструкция, где колесики теперь не поменьше. Напоминает чем-то машины Формулы-1 старые, там годов 70-х. На дракстере также изображен дракстер. На точно таком же фоне пересекает он. Точнее, он не пересекает, он стартанул от светофора, причем светофор почему-то смотрит туда. Типа, ты не туда воюешь, не туда гоняешься. На фоне зрителей все это едет. Пламя сзади, все круто. На обратной стороне мы собираем вот такой вот, вроде как, четырехцилиндровый хорд-рот. Я не знаю, возможно, типа, покоритель скорости, что-то еще такое. Если раньше мы два автомобиля объединяли в одну какую-то конструкцию B-модели, то теперь для каждого набора своя B-модель. Обе, кстати, B-модели выглядят неплохо. Я скажу так, они выглядят лучше, обе B-модели, чем, в принципе, предыдущие пулбэки от 2019 года. То есть дизайнеры явно поработали над функционалом. Кстати, еще на коробках изображен функционал набора. То есть у дракстера он может, типа, вставать на дыбы и не вставать на дыбы, в зависимости от этой вот ножки. А грузовик, ну, типа, у него открывается капот, под которым, я думаю, ничего не будет. Но, типа, функция. Давайте теперь посмотрим, что же внутри коробок. Содержимое обоих наборов примерно одинаковое. Инструкция, небольшие листики с наклейками. Наклейки заклеивают, видимо, вообще все панели, которые содержатся в каждом наборе. Ну, наклейки я не буду клеить. В гоночном грузовике три пакетика с деталями. Большой с крупными и то, что помельче. В дракстере также три пакетика и отдельно шины лежат. Видимо, в пакетиках решили не класть. Пулбэк моторы, как обычно, без упаковки, просто так болтаются в коробке. Пулбэк моторы, кстати, точно такие же, как были каждый год уже на протяжении многих лет. Ничего нового нас в этих наборах не ждет. В дракстере нас ждут, в принципе, из интересных деталей. Это панели в лаймовом цвете. Их не так много в наборах встречается. И всего два угловых бима. Все остальное это черный цвет. Больше, кроме этого, здесь в целом, ну, пометок ничего особо интересного и нету в этом наборе. Поэтому перейдем к грузовику. В грузовике нас ждет еще меньше интересного. Оранжевые детали, в принципе, они в всех этих цветах уже встречались в других наборах. Про эти коннекторы не могу ничего сказать. Могут пригодиться. Также из интересного, пожалуй, вот эти коннекторы хромированные. Как хромирован, типа металлик, сильвер цвет, решеточки. Тоже больше по деталям интересно, к сожалению, в наборе нас ничего не ждет. Поэтому давайте перейдем к сборке. Так, мы закончили со сборкой этих моделей. Сборка прям порадовала. Пулбеки, наверное, вот только самые первые модели мне доставили такие же удовольствия при сборке. Деталей много. Как-то вот он плотненький такой, оба тяжеленьких.
собирать было интересно. Это прям плюс наборов и того, и того. В плане внешнего вида мне тоже они оба нравятся. Драгстер выглядит прям как такой крутой драгстер, обтекатель, все как надо, пламя. Эта штучка, чтобы не подниматься. Гоночный грузовик, пожалуй, наверное, не просто гоночный, он скорее тоже какой-то дрэговый, поскольку колеса задние большие, передние поменьше. Выглядит, ну, в целом неплохо. Деталей в нем много. Ну, не идеально, но небольшие модели с техникой всегда так выглядят. Также порадовало, что в наборах есть эти вот дополнительные аксессуары. У Драгстера стартовый светофор, а у вот этого вот грузовичка есть такие ворота. В принципе, можно совмещать, ставить там светофор на старте, ворота в конце. Что же касается функционала, функционал, к сожалению, у того иного набора очень бедный, как, в принципе, у всех пулбеков. Это просто заводим модельку, она едет вперед. И у грузовика, типа, вторая функция — это открытие капота. Внутри вообще ничего нету. Не знаю, ну, типа, мы решили, что капот открывается. Хотя там, ну, могли бы детализацию какую-нибудь вставить. Тут вполне есть и место, эту штучку убрать, что-то другое воткнуть. Вот, Драгстер поинтереснее. Здесь у нас, как бы, функция-то одна — старт. Но если вот эту штучку приставить, то можно вот эти вот катки противопереворачивательные убрать. И Драгстер будет вставать на спецстарте или на дыбы, или ехать просто прямо. Сделано это простым способом. Здесь не настолько мощный мотор, ничего интересного на этом нету. Просто центр тяжести у нас смещен под примерно вот тут сюда. Из-за этого Драгстер очень легко поднимается на дыбы. Наверное, в отдельном ролике сейчас на экране у вас появится, как обе модельки стартуют. И с грузовиком, я думаю, можно играть, попадая в ворота. Ну, с Драгстером, типа то, что он встает на дыбы. В итоге, что можно сказать про наборы? Наборы неплохие, это пулбеки, все-таки это такой странной техникой. Если вчера вот я показывал вам маленькие машинки, там были какие-то механизмы. Здесь никаких механизмов нет, механизм пулбек, он, ну, мотор самого, он вот внутри в сборе. Причем он всегда одинаковый уже много лет. Этих моторов, наверное, у меня уже штук, наверное, 9 или 10 собралось. Но наборы, видимо, по-прежнему популярны, если у нас в этом году аж 3 их выходит. У нас еще грузовик с мотоциклом. Я его, наверное, покупать не буду, поскольку там ничего, мне кажется, интересного в нем нету. Это просто, ну, детский игровой набор. То эти два набора в целом неплохие. Детям, я думаю, будет играть в них интересно. Можно даже, думаю, какие-нибудь трамплины поставить. Будет круто. Альтернативные модели собирать я не буду, поскольку там будут те же самые пулбеки, просто чуть по-другому выглядеть. Но в целом мне понравилось. Что ж, впереди нас ждет еще обзор на кран и на раллийную машину на дистанционном управлении. Когда они выйдут, я вам точно сказать не могу, но я думаю, выйдут они до Нового года. Поэтому, чтобы их не пропустить, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте в комментарии, как вам эти наборы, будете ли их покупать себе. И всего вам хорошего, пока!